Ждать новогоднего спектакля малышам не скучно. В холле Дома народного творчества маленьких гостей развлекают знакомые персонажи мультфильмов. В это время в гримерке артисты наносят последние штрихи. Еще чуть-чуть и пора на сцену. Я играю роль Лешего, ну, по одной знаменитой советской сказке. 70-80-х годов, любимые детьми. Надеюсь, исполню хорошо, так как готовились мы с трудом, старались всем коллективом. И думаю, должно получиться по-новогоднему красиво и ярко-красочно. Ожидания эти полностью оправдались. Продуманные костюмы, веселые песни, увлекательный сюжет – все это захватило внимание маленьких зрителей. В зале не оставалось ни одного свободного места. Маша, готова! Позвала кошка мышку! Вперед! Маша, бежим! Маша, бежим! Новогодние приключения Маши и Вити на нижнекамской сцене – совместное творчество театра юного зрителя и нефтехимиков, которые исполнили все роли в сказке. Выбор именно этой истории для представления не случайный. Новый год – это какая-то сказка, которая идет из детства. И вот эти вот персонажи, которые они видят здесь, этот красочный зал, это красочное оформление, естественно, у ребенка это все закладывается. И поэтому мы, наверное, каждый становимся детьми, когда видим вот эту всю новогоднюю красоту. Конечно, куда же без главного новогоднего развлечения. В спортивном зале «Факел» установили большую зеленую красавицу и пригласили ребятишек водить хороводы. Праздничное настроение создавали не только яркие игрушки, мигающие гирлянды и воздушные шары, но и сами гости, наряженные героями сказок и мультфильмов. Веселые игры с Машей и Медведем, Лунтиком, Фиксиками и, конечно, Дедом Морозом не оставили малышей равнодушными. Некоторые даже выразили свой восторг стихами. Это день мечтая, долго не питаешься целый год, забивай свиньи под елкой новогодний колокол. Мне понравилось песни петь, хороводы водить. Я пришел со сестренкой, мне понравилось Дед Мороз и Снегурочка, а сейчас мы пойдем получать подарки. Выдавали заветные ларцы со сладостями в традиционных теремках. Получить их можно было в любой момент, показав приглашение на елку. Стоит отметить, к своему 50-летию Нижнекамск нефтехим для детей сотрудников подарки подготовил действительно шикарные. Ребята ожидают не только вкуснейшие конфеты, но и игрушки и многое другое. Уважаемые нефтехимики, поздравляю вас с Новым годом! Приглашаем вас всех на наши новогодние представления. Представления для школьников продлятся вплоть до 31 декабря. Так что у ребят еще есть отличная возможность побывать на новогоднем празднике. Рушния Валеева, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим».